Добрый день! Компания Smart Baby предлагает вашему вниманию видеоуроки по установке детского автомобильного кресла группы 2-3 Recaro Start 2.0. Только правильно установленное детское автомобильное кресло обеспечивает максимальную безопасность для маленьких пассажиров. Установка кресла очень проста. Внимание! Всегда используйте трехточечный плечевой ремень безопасности для пристегивания ребенка. И никогда не меняйте положение ремня безопасности. Защелкните трехточечный ремень безопасности до появления характерного звука. Важно, чтобы позиция ремня находилась в специальных местах под ручками кресла, как показано на видео. А также, чтобы ремень не перекручивался в креплении у шеи, как показано на видео. Внимание! Никогда не размещайте ремень слишком близко к горлу. Середина ключицы – это оптимальное положение. На видео можно увидеть, где именно оно. Таким образом, вы правильно установили детское автомобильное кресло группы 2-3 Recaro Start 2.0.